Всем привет! Собрался ехать на охоту и вспомнил. В прошлую поездку, пропиливая дорогу от поваленных деревьев, затупил цепь бензопилы, случайно заехав шиной в землю. Пила не пилит, цепь тупая. Сегодня воскресенье. Через 2 часа нужно ехать в лес. Мастерские по заточке инструмента не работают. Специального напильника у меня нет. Попробую заточить цепь с помощью болгарки. Цепь заточена, можно ехать в лес. Так, с помощью болгарки, вы можете заточить цепь своей бензопилы самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.